Добрый вечер, 18.00 в Украине. Как всегда в это время на канале БТБ Новости. В Люблине в рамках двухдневного визита в Польшу глава украинского государства ознакомился с местом будущей дислокации Украино-Польско-Литовской военной бригады. Петру Порошенко показали структуру и функциональные возможности совместного подразделения, а также распределение зон ответственности каждой страны. Кроме этого, президент осмотрел помещение, в котором размещается бригада, и пообщался с военными. По мнению украинской делегации, это подразделение не только яркий пример военной кооперации и взаимодействия трех близких стран, но и надежная современная база для совершенствования военного мастерства. Отправку группы украинских военнослужащих в Люблин планируют во втором квартале следующего года. Главная мета создания этого подразделения. Главная цель создания этого подразделения – это выполнение задания по поручению ООН. Но для нас это очень важное мероприятие, потому что именно здесь мы начнем изучать и переходить на стандарты современных вооруженных сил. Поэтому нам нужен этот опыт изучения техники, вооружения, порядка действий. И поэтому изучение передовых стандартов вооруженных сил будет осуществляться именно здесь. Поэтому изучение стандартов передовых збройних сил буде здійснено саме тут. Я очень рад, что президент Порошенко ознакомился с инфраструктурой, смог увидеть, что все готово к приезду украинских офицеров, а также наших литовских партнеров. Мы готовы. Мы хотели бы начать военную подготовку осенью следующего года. Президент Украины Петр Порошенко поручит секретарю СНБО регулировать вопрос доставки гуманитарной помощи на Донбасс. Об этом заявила полномоченная президента Украины по урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской области Ирина Геращенко. Она также добавила, что любая помощь, которую передает Украина или международные организации, должна иметь исключительно гуманитарный характер. Абсолютно очевидно, их передвижение по украинской территории должно быть скоординированным, и оно должно происходить в рамках закона. И также очень важно, чтобы украинское государство точно знало, что все, что мы передаем или кто-то передает на территории подконтрольные боевикам, что все это носит характер исключительно гуманитарный. Дата заседания контактной группы в Минске пока не определена. Об этом сказал спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, сейчас проводятся переговоры, чтобы согласовать организационные вопросы. Тем временем, за минувшие сутки террористы совершили 13 вооруженных провокаций. Ночью были зафиксированы 3 обстрела со стороны террористов. Боевики вели огонь из стрелкового оружия по населенным пунктам Кадема, Авдеевка. Ночью снова атаковали новый терминал Донецкого аэропорта. К счастью, погибших и раненых за последние сутки нет. Также накануне вечером в районе села Гнутово на высоте не более километра был замечен беспилотник противника. Наши военные, соблюдая режим тишины, на провокации не поддавались и огонь не открывали. Боевики продолжают перегруппировку в северных районах Донецка. На первую линию выдвинулись усиленная банда «Моторолы» и несколько подразделений российских войск. В район «Спартака» террористы дополнительно перебросили зенитную установку. Также из поселка Тельманово в направлении Старогнатовки и Новоласпы выдвинулась ротная тактическая группа вооруженных сил России с артиллерией. До 130 боевиков, а также 2 противотанковых артиллерийских орудия и 7 БМП прибыли к станице Луганской. 162 украинских военнослужащих погибли за время проведения режима тишины. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев. В госпиталях сейчас находятся 300 военных, в том числе 12 тяжелораненых. В плену находятся 185 украинских военных, 298 считаются пропавшими без вести. Боевики готовы отпустить 152 пленных. Взамен требуют освободить 223 человека, задержанных правоохранителями Украины. Об этом заявил начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире одного из телеканалов. 7 декабря представителям так называемых ДНР и ЛНР был передан список людей, которые незаконно удерживаются террористами. В перечне 684 фамилии. Среди них военнослужащие, журналисты, бойцы добровольческих батальонов и другие. Передали боевикам и список с пропавшими без вести, в котором 1667 фамилий. На освобожденных территориях группы гражданско-военного сотрудничества и волонтеры помогают людям наладить нормальную жизнь. В Константиновке вынужденные переселенцы получили 258 банковских карточек, а Константиновский районный центр социальных служб выдал 173 пакета детского питания. Школьники Святогорска и Николаевска в Донецкой области получили от офицеров продукты питания и сладости, а в Великую Новоселку доставили 300 семьям средства первой необходимости и детское питание. Активно работают и волонтеры. В поселке Ольховатка неподалеку Енакиево –
военнослужащие передали представителям местной власти очередную партию гуманитарной помощи. Вчера на пункте контроля Курахова пограничники оформили гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста, который направлялся из Киева в город Торез Донецкой области. Груз включал строительные материалы. Общая масса груза 72 тонны. Сегодня утром в Волынскую область прибыло 36 автомобилей гуманитарной помощи из Польши для востока Украины. В составе груза продовольствие, спальные мешки, обогреватели, средства гигиены, генераторы, кровати, одеяло и теплые вещи. Мешки, обігрівачі, засоби гігієни, генератори, ліжка, ковдри та інші теплі речі. Европейский суд по правам человека рассматривает 3 иска Украины против России. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. Иски касаются незаконной аннексии Крыма, похищения детей-сирот из Донбасса и нарушения прав крымских татар. По оценкам экспертов, сумма ущерба лишь от аннексии Крыма превышает 1 000 000 000 гривен. При этом еще не оценивали убытки по востоку страны, пока это невозможно, поскольку нет физического доступа. Но предварительные подсчеты все-таки проведут для рассмотрения дел в Международном суде ООН. По этому делу федерацию обвиняют в поддержке террористов на Донбассе. Украина не имеет права не реагировать на брутальные действия Российской Федерации. И началась фактически юридическая война с российским агрессором. На дипломатическом фронте мы получили 100% победу. Ярким примером такой победы была резолюция Организации Объединенных Наций, когда 100 государств-участников ООН поддержали резолюцию, в которой осудили российскую агрессию против Украины и не признали оккупацию Крыма. Российскую агрессию против Украины не признали оккупацию Крыма. Национальный банк Украины признал временных переселенцев из Крыма резидентами Украины. Регулятор внес соответствующие изменения в постановление номер 699, приравняв официально зарегистрированных переселенцев из полуострова к резидентам. Чтобы осуществлять банковские операции, перемещенному лицу нужно предоставить справку, удостоверяющую его проживание на материковой части государства. Постановление номер 810 вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования. Документ также предусматривает, что с целью погашения задолженности перед банком по кредитным договорам физическим лицам, субъектам Крыма, разрешено вносить на счет наличные средства без подтверждающих источники происхождения документов. А расчеты между юридическими лицами, которые зарегистрированы на материковой территории Украины, и субъектами Крыма по текущим торговым операциям осуществляются как в иностранной валюте, так и в гривне. Китай готов приобщиться к предоставлению Украине помощи под эгидой ООН. Так заявил посол Китайской Народной Республики в Украине Чжан Сиюнь на встрече с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом. Совместно с президентом, правительством и парламентом Украины Китай готов развивать отношения в разных направлениях и сферах, чтобы это сотрудничество могли почувствовать все граждане обеих стран. Дания ратифицировала соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза, а также аналогичные документы с Молдовой и Грузией. Об этом в Твиттер сообщил министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор. Напомню, соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом ранее ратифицировали 11 стран. Ожидается, что ЕС сделает это до мая следующего года. Совет ЕС одобрил новые санкции в отношении торговли и инвестиций в Крым и Севастополь. Таким образом, с 20 декабря инвестиции в полуостров будут незаконными. Европейские базирующиеся в ЕС компании не смогут больше покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять соответствующие услуги, отметили в пресс-службе. Напомню, сегодня в Брюсселе открылся саммит ЕС. Его участники обсуждают экономические проблемы Евросоюза, помощь Украине и отношения с Россией. Санкции против России неизбежны до тех пор, пока она не начнет уважать суверенитет Украины. С таким заявлением выступила Ангела Меркель. Канцлер Германии призвала Кремль предпринять шаги, чтобы система европейской безопасности работала вместе с Россией, а не против нее. Меркель подчеркнула, что санкции не являются самоцелью, они просто инструмент для того, чтобы Москва начала признавать независимость и территориальную целостность своих соседей, в первую очередь Украины.
Накануне Дня милиции силовики почтили память работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. В целом, за время независимости Украины на службе погибли 1131 милиционер. За время проведения АТО – 81. Министр внутренних дел Арсен Аваков и его первый заместитель Екатерина Сгуладзе возложили цветы к мемориалу погибших правоохранителей и отдали дань памяти и уважения всем, кто отдал свою жизнь, защищая закон. Арсен Аваков также заявил, что сегодня главная задача милиции министерства – это провести реформы в ведомстве и вернуть доверие народа к милиции. Мы провозгласили и объявили и приняли стратегию реформирования органов внутренних дел. Главный слоган этого изменения – перейти из репрессивной машины в машину поддерживающую, если так хотите, если так можно выразиться. Перейти к слогану «служить и защищать». Не в пафосном содержании этого слова, а в настоящем. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 19:00.